Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами едем в Линдос. Я опять хочу показать вам живописные виды, которые мы наблюдаем по дороге. Сначала мы искупаемся в бухте Святого Павла, потом посетим сам город и, конечно, Акрополь. Машину оставим на парковке. Здесь есть несколько парковок, все они платные, 7 евро в день. Бесплатных парковок мы не нашли и, честно говоря, не пробовали искать. Мы приехали на самую дальнюю парковку. Она оказалась тоже платная. 7 евро. Ну, можно вот... Так, где Нюша? Смотри за Нюшей. Я хочу снять вот это виды. Вау! Давайте фото. Оказалось, тут все очень близко. Вот там наша машинка за кустом. А вот тут пляж. А мы поели, что нам придется на ту сторону идти. Что тут есть у нас? Красивый монастырь. Не монастырь, красивая церквушка. Зонтики, лежаки. Море чистое, мама. Переодевалка. Море чистое, вряд ли там. Песок. Ариша в каких-то ежах думает. Я вообще ни разу не видела ежа. Там, где песок. Верно, мама? Не бывает. Ариша, пристань, пришли в воду. Красивая дорожка такая, смотрите. Ну, что вы делаете тут? Держи коляску. Мы с Аришей доплыли до середины бухты. А потом мы подумали, что если мы на тот берег переплывем, то нам придется босиком шлепать по асфальту. И мы развернулись обратно. А так можно было бы доплыть, если бы у нас были тапочки. Ты хочешь переплыть бухту? Хочу. Конечно. We'll be right back.
везде белые пустые улицы. Что это за вечная ярмарка? И уже зашли в таверню покушать. Мы кушаем на втором этаже. Здесь так красиво. Вот, смотрите, называется Village House ресторан. Я сейчас вам все покажу. Я должна все заснять для вас. А главное, для себя, на память. Помашите ручками. Мы дождались наши блюда. Это ризотто. Ой, так пахнет прям креветками. Нет, вот это вот вытирать руки. Это лингвини с креветками. Это грек-салат. Может, положите? Я сниму дележку еды. Единственное, что тут дискомфортит, это ветер. Ариша, съешь креветку. Я сниму на видео для бабушки Иры, бабушки Альмиры, как ты ешь креветку. Бабушка, наверное, будет довольна. И я буду довольна. О, Ариша кушает. Линдос – это жемчужина острова Родос. Один из самых живописных и исторических богатых городов Греции. Уникальное сочетание древней культуры и современного очарования делает Линдос незабываемым местом для каждого посетителя. Прогуливаясь по узким извилистым улочкам Линдоса, ощущается дыхание истории. Белоснежные дома с яркими голубыми дверями, украшены цветами, создают атмосферу типичного греческого поселения. В каждой детали, в каждом уголке Линдоса ощущается гармония и красота, свойственные только этому месту. Мне очень понравился Линдос. Он совершенно другой, не такой, как город Родос. Здесь своя уникальная атмосфера. Также вы можете видеть здесь огромное количество туристических лавочек, ресторанов, кафе, баров на любой вкус. Анют, свинка Пеппа. Пиратская свинка Пеппа. Очень нервно тут ходить с Анютой.
потому что тут всякая керамика, и Анюта все это хватает руками. Пошлите туда. А, боже мой. О, мне вот эти штуки нравятся, всякие висящие. Ракушки. Вот тут можно футболки посмотреть. Ты мне можешь дать глину, я тебе слеплю точно такой же глаз. Очень хорошо. Только он, наверное, будет немного кривоватый. Спасибо. Ариша слепит мне кривоватый глаз. Hello. Нюка гуляет сама по себе. Не знаю, папочка. Как хочешь. Вот мыло раз. Let me organize. Тут лестница. Ну, оставь. Анюта. Ой, смотри, какие всякие сумочки. Посмотрите, какой пол. И ведь он очень долго такой пол. Посмотри. Анюта, иди сюда. Зайти я никуда не могу. Мы просто с ней идем. Вон туда, смотри. Анюта нашла дорогу к замку. Не к замку, а к Акрополю. К Акрополю, да, вот туда, туда. Вот туда. Попробуем мы забраться на Акрополь. Правда, ходят такие новости, что там уже закрыто. Туда идет как бы такая нелегкая дорога. В этот день мы уже не надеялись успеть посетить Акрополь. Просто шли по улицам за Анюткой и неожиданно оказались у подножия Акрополя. Виды отсюда открываются незабываемые. И вот мы уже поднимаемся по старинным ступеням. Это место производит очень сильное впечатление. Здесь мощная энергетика, высота, сильный ветер и дарийские колонны, которым более 2000 лет. Я однозначно рекомендую это место для посещений. А вот и бухта, в которой мы купались.
напоминает сердечко. Смотрите, какое дерево большое. Интересно, а почему там стекла стоят? Такая площадка с очешуительным видом на море. Чего такое? Она его колола иголкой. Ариша ругается. Тут я уже сама. Сама? Мы вышли с ярмарки куда-то. Куда-то в настоящий белый город. Без китайских сувениров. О. Дима, ты с нами, помнишь, мы как бы все идем тоже. Смотри, вон туда надо идти, вот там город. Да, где вместо красивых улочек папа хочет идти опять по окраине, где стоят помойки. Димина карта всегда проходит через помойки. И там ну ладно, пошлите туда. Там помойки, да? Помойки, да. Спасибо, вот не так жарко. Вообще не жарко, дует ветер. Такая же погода, как у нас в Эстонии. Сегодня вообще здесь очень ветрено, и было очень страшно подниматься туда наверх, когда дул ветер. Едят. Тут так интересно, улочки, а там такие дворики внутри. И там много места, где сидят люди, музычка потом вечером будет. Смотрите туда и сюда. Сюда, туда. А мне все время Димина спина в кадре. Это футболка красивая. Да. Смотрите, как там. Аутентично. Дима опять какие-то помойки нашел. Ну там как-то. А здесь почему-то решили в белый не покрасить одну стену. Выпендрились.